Слово второе. Против тех, которые содержат иудейский пост, и против самих иудеев, сказано за 5 дней до их поста. Уже при дверях беззаконный и нечистый пост иудейский. Не удивляйтесь, что я назвал этот пост нечистым. Что делается против воли Божией, то сквернее всего. Будет ли то жертва или пост? Итак, через 5 дней уже наступит беззаконный пост иудеев. А я за 10 дней, или и больше, сделал вам предварительное увещание, чтобы предохранить от опасности ваших братьев. Но никто не обвиняет нас в неблаговременности слова, что мы предложили его за столько дней. Ведь и тогда, как опасаются горячки или другой какой болезни, предварительно стараются многими лекарствами предохранить тело человека, угрожаемого болезнью. И прежде чем она придет, на самом деле, спешат избавить его от угрожающих бед. Так и мы, видя, что угрожает самая тяжкая болезнь, заранее и задолго вперед объявили о ней, чтобы употреблены были вспомогательные средства, прежде чем зло постигнет нас на деле. Я не отложил увещание до наступления самых дней поста, чтобы тогда кратко с времени не помешало вам ловить ваших братьев, но чтобы вы, пользуясь большим промежутком времени, могли с полной свободой отыскать и излечить страждущих этой болезнью. Так поступают и те, которые хотят справлять брак и готовят великолепный обед. Они не в самые дни праздника, но задолго прежде сговариваются с рыбаками и птицеловами, что после, когда времени будет уже мало, им не встретить какой помехи в приготовлении пиршества. Так и мы, намереваясь предложить вам трапезу, беседу о безумии иудеев, наперед сговорились с вами, ловцами, чтобы вы поймали все эти слабейших братьев ваших и привели их послушать наши слова. Те из вас, которые же поймали и держат крепко в сетях, пусть перевяжут пойманных словом увещания, а которые еще не наловили этой прекрасной добычи, имеют довольно времени за эти 5 дней, чтобы справиться словом. Раскинем же сети учения, станем кругом, как ловчие псы, и будем отовсюду сгонять их в пределы церкви. А если угодно, выведем на них, как какого-нибудь превосходного ловчего, блаженного Павла, который вопиет и говорит: «Се я, Павел, говорю вам, что если обрезываетесь, то нет вам от Христа никакой пользы». Многие из диких и неукротимых животных, скрывающихся в лесу, услышав голос охотника, от страха выскакивают, и гонимые силой этого голоса против воли понуждаются с сильным криком, попадают в самые тенета. Так и ваши братья, скрывающиеся в иудействе, как бы в каком лесу, если услышат голос Павла, я уверен, легко попадут в сети спасения и совершенно отринут иудейские заблуждения. Ибо и говорит не Павел, но Христос, движущий его душою. Значит, когда услышишь, что тот взывает и говорит: «Вот, я, Павел, говорю вам, что если вы обрезываетесь, то нет вам от Христа никакой пользы», представляешь, что это только голос Павла, а мысль и учение Христа, который внутренне наставляет его. Но, может быть, кто скажет: «Уже ли обрезание так вредно, что при нем не бесполезно все домостроительство Христово?» Точно. Обрезание так вредно не само по себе, а по неразумии обрезывающихся. Было некогда время, когда закон был полезен и необходим. Но теперь он пришел и остается бездействие. Посему, если ты примешь его не во время, он сделает для тебя бесполезным дар Божий. Потому-то и Христос не принесет никакой пользы вам, что вы не хотите прийти к Нему. Если бы кто за прелюбодеяние и другие гнуснейшие пороки заключен был в темнице, а потом, когда уже надлежало бы произвести суд и произнести ему обвинительный приговор, пришло от царя письмо об освобождении всех заключенных в темнице без всякого допроса и исследования, между тем тот человек не захотел принять царской милости, стал бы настаивать на том, чтобы его подвергли допросам и розыскам, то он, конечно, уже не может воспользоваться этой милостью. Предав сам себя суду, розыску и приговору, он добровольно лишил себя царской милости. То же случилось и с иудеями. Смотрите, все человечество увлечено в самых гнусных пороках. Все согрешили, говорит апостол, и заключены были под проклятием греха, как бы в темнице. Надлежало уже произнести приговор над ними,
как пришло с небес послание царя, или лучше, пришел сам царь и освободил всех от уз греха, не произведя ни исследования, ни допросов. 653. Посему все прибегающие к Спасителю пользуются даром и спасаются благодатью, а те, которые хотят оправдаться законом, лишаются и благодати. Стараясь спастись собственными силами, они не могут и воспользоваться царским человеколюбием и привлекают на себя проклятие закона, потому что не оправдается отдел закона никакая плоть. Посему-то апостол и говорит: «Если обрезываетесь, то нет вам от Христа никакой пользы, ибо усиливающиеся спастись делами закона не имеют никакого общения с благодатью». То же самое разумел Павел, когда говорил, что если по благодати, то не отдел, потому что благодать уже не есть благодать, если отдел, то уже не по благодати. И опять, если от закона праведность, то Христос напрасно умер. И еще, упразднились от Христа, если оправдываетесь законом, то отпали от благодати. Ты умер для закона, сделался мертвым и уже не находишься под игом и неволею его. К чему же напрасно и суе усиливаешься беспокоить сам себя? Но для чего Павел поставил здесь свое имя, не сказал просто «Се я говорю вам». Он хотел напомнить галатам о той ревности, какую сам прежде показал в пользу иудейства. «Если бы я был из язычников, — говорит он, — и не знал иудейства, то иной, может быть, сказал бы, что я потому изгоняю обрезание из церковных догматов, что не знаю силы его, так как сам не жил в иудействе». Вот для чего он поставил свое имя, чтобы напомнить им о том, что сделал он для закона. Как бы так, — говорит он, — «это делаю не по вражде к обрезанию, но по знанию истины. Это говорю я, Павел, тот Павел, который обрезан восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по закону фарисей, по ревности гонитель церкви. В дом входя, и влачил мужчин и женщин, и предавал в темнице. Все это может убедить самых безрассудных, что я постановил этот закон об упразднении обрезания не по вражде какой, или по незнанию иудейства, но по знанию высочайшей Христовой истины. Свидетельствую, говорит он, всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить и весь закон. Для чего же не сказал, возвещаю же, или заповедую, или говорю, но свидетельствую, для того, чтобы этим выражением напомнить нам о будущем суде, ибо где свидетели, там суд и приговор. Так он устрашает слушателя, напоминая ему о царском престоле и показывая, что эти слова будут ему свидетелями в тот день, когда каждый должен будет дать отчет в том, что он сделал, что сказал и что слышал. Эти слова апостола слышали некогда галаты, а теперь пусть послушают и страждущие болезнью галатов. Если их и нет здесь, пусть от вас услышат, как Павел называет и говорит, «Свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить и весь закон. Не говори мне, что обрезание составляет только одну заповедь. Эта одна заповедь налагает на тебя все иго закона. Если ты, хотя частью, подчиняешь себя владычеству закона, то необходимо должен повиноваться и прочим повелениям его. Если же не исполняешь их, то по всей необходимости подлежишь наказанию и навлекаешь на себя проклятие. Когда воробей попадет в синета, то хоть у него запутается только нога, однако и все остальное тело находится в плену. Подобно этому исполняющий одну заповедь закона об обрезании лету или о посте из-за одной этой заповеди отдал всего себя под власть закона и не в состоянии уже освободиться от нее, пока имеет желание повиноваться ему, хотя отчасти». Мы говорим это не с тем, чтобы обвинять закон, нет, но чтобы показать преизобильное богатство благодати Христовой. Закон не противоречит Христу, да и как это может быть, когда он дан им и к нему руководит нас? Но говорить обо всем этом мы вынуждаемся неуместной ревностью тех, которые пользуются законом не так, как должно. Они-то и оскорбляют закон, когда то повелевает отстать от него и приступить ко Христу, то снова держится его.
Согласен и я, и никогда не буду отрицать, что закон принес очень много пользы нашему роду. Но ты, держась его не во время, не даешь вполне обнаружиться его великой пользе. Как для воспитателя, самой великой похвалой бывает то, что воспитанный им юноша уже не имеет нужды в его надзоре для сохранения целомудрия, потому что уже довольно укрепился в этой добродетели. Так и для закона величайшей похвалой является то, что мы уже не имеем нужды в его помощи. Ибо этим-то самым мы и обязаны закону, что душа наша соделалась довольно способной к принятию высшего любомудрия. Значит, кто доселе остается при законе и ничего не может видеть больше того, что там написано, тот не получил от него большой пользы. А я, который оставил его и возвысился до высочайших догматов Христовых, могу восхвалять его особенно за то, что он сделал меня способным возвыситься над мелочностью написанного в нем и зайти на высоту учения, преподанного нам Христом. Закон много принес пользы нашей природе, если только приблизил нас ко Христу, а если нет, то повредил еще тем, что, привязав нас к меньшему, лишил большего и доселе держит в бесчисленных греховных ранах. Ибо если из двух врачей, из которых один слабее, а другой сильнее в своем искусстве, один приложит к ранам лекарство и не в состоянии будет освободить больного от боли, возбужденной им, то какой он повинен каре за то, что не допустил к лучшему врачу? Матфея 5:24. Не сказал совсем: оставь жертву и уйди, но оставь дар пока не принесенным, и ступай, примирись с братом твоим. Здесь не достает окончания, а в следующем отделе начало, пропуск. Впрочем, он сказал так не только здесь, но еще и в другом месте. Так, если кто имеет жену неверную, то есть язычницу, то не принуждается прогонять ее, если который брат, говорит апостол, имеет жену неверную, и она согласна жить с ним, то да не оставляет ее. А если распутную и прелюбодейцу, то ему не возбраняется прогнать ее, ибо всякий, говорит Иисус Христос, отпущающий жену свою, кроме вины любодеяния, дает ей повод прелюбодействовать. Следовательно, за любодеяние можно отпускать жену. Видишь, человеколюбие и попечительность Божию. Если, говорит, жена твоя язычница, не прогоняй. А если прелюбодейца, то не возбраняю сделать это. Если она, говорит, оскорбит меня, не прогоняй. А если обесчестить тебя, никто не мешает прогнать. Такой-то Бог удостоил нас чести. А мы, неужели не почтим его и столько же, сколько он почтил нас, но дозволим своим женам оскорблять его, зная при том, что нас постигнет величайшее мучение и казнь, если пренебрежем спасением жен? Для того-то он и сделал тебя главою жены, для того-то и Павел повелел, что если чему хотят научиться, то пусть спрашивают у своих мужей дома, чтобы ты, как учитель, попечитель и предстоятель, возбуждал ее к благочестию. А вы, когда время собрания призывает церковь, не пробуждаете жен от беспечности. Когда же дьявол зовет их к трубам, и они с готовностью повинуются ему, не останавливайте их, но равнодушно смотрите, как они увлекаются к преступному нечестию и предаются невоздержанности. Ибо туда обыкновенно собираются и любодейцы, и изнеженные мужчины, и целая толпа плясунов. И что говорить о совершающихся там прелюбодеяниях? Уже ли ты не боишься того, что жена твоя возвратится оттуда с дьяволом в душе? Разве ты не слышал, как ясно показало нам предыдущее слово, что демоны обитают и в душах иудеев, и в местах, где они собираются? Как же осмелишься ты, скажи мне, после пляски с демонами снова идти в апостольское собрание? Как не страшишься приступать к священной трапезе, участвовать в ней и приобщаться к драгоценной крови после того, как ты ходил к пролившим кровь Христа и имел с ними общение? Тебя не ужасают, не приводят в страх такие преступления? Или ты не благоговеешь перед самой этой трапезой? Все, что сказал я вам, вы передайте им, то есть склонным к иудейству, а они пусть передадут своим женам, и каждый пусть созидает ближнего. Если страждущий этой болезни иудейством будет оглашенный,
то и да извержется из преддверия, если верный и посвященный, да будет отлучен от священной трапезы. Ибо не все грехи требуют только увещания и совета. Нет, есть и такие, которые исправляются решительным и самым быстрым пресечением. Так более легкие раны уступают слабейшим лекарствам, а загнившие, неизлечимые и губящие все тело, требуют острия железного и огня. Так и из грехов. Одни имеют нужду в продолжительном увещании, а другие – в строгих обличениях. Потому и Павел велел не увещевать только, но и строго обличать, говоря так. Итак, строго обличай их, Титу 1.13. Обличим же и их теперь нещадно, чтобы они, устыдившись наших слов и осудив сами себя, не заражались более беззаконным иудейским постом. Для того и я, оставив наконец увещание, свидетельствую и провозглашаю. Если кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят.